Сотрудники госавтоинспекции совместно с автофорумом «За рулем» провели День мотолюбителя. В рамках всероссийской социальной акции «Шлем всему голова». За один день все желающие смогли сдать экзамен и получить водительское удостоверение категории А, дающее право управлять мотоциклом. 85 мотолюбителей собрались в здании госавтоинспекции, чтобы сдать теоретический экзамен по правилам дорожного движения. Но смогли пройти испытания не все. Только 75 были допущены на теорию, из них лишь 36 дошли до практической части. На дорогах Чувашии из года в год возрастает количество дорожных происшествий с участием мототранспорта. А исходя из анализа, лица, участие дорожно-транспортных происшествий, как правило, не имеют водительского удостоверения. То есть не имеют элементарных навыков ни вождения, ни знаний правил дорожного движения. У кандидатов в водители мотоциклов, кто ни разу не пробовал пройти автодром до экзамена, возникли проблемы. А те, кто готовился заранее, практику сдали. В результате 18 человек получили заветные водительские удостоверения на право управления мотоциклами. Акция прошла успешно, признаются обе стороны. Это хорошая возможность, потому что основная задержка – это подписание заявления. Примерно за полторы недели подготовился, почитал все вопросы, готовился к билетам, ходил на вождение, сюда же на Богданку, на том же Минске, на котором сдавал. Те, кто не сдал в этот раз, смогут попробовать свои силы через неделю при условии тщательной подготовки к экзаменам. Основная проблема состоит в том, что у нас производит обучение не одна автошкола и даже не один десяток автошкол. Их уже более 23. Наряду с этим у нас, получается, процент сдачи экзамена составляет чуть более 50%. То это, как вы понимаете, это только из двух один человек только сдает. Это очень низкий процент подготовки. Татьяна Молокова, Республика.